Всем доброе утро, я вся в новостях. Говорят, что мы уже прошли этот, как называется, кривая, когда вверх заходит, мы на снижение идем. Не знаю, как это по-русски объяснить. Раздают везде маски. Вчера у нас, кстати, я подписана на мэра нашего города. Она ходила, женщина, она ходила по рынку. Рынок, оказывается, открыт, а я не знала. И раздавала маски. Ну вот работникам рынка, работникам там торговли. И раздавали. То есть маски появились. Конечно, цена их не 50 центов, а около 2 евро. Ну хоть так. У меня есть свои. У меня утро начинается вот с поросенка. Ой, он уже сожрал палку. Вы знаете, он так любит купаться. Я вчера утром пришла, у меня все было в воде. А он вот в этой штуке. Сейчас тоже искупался. Видите, как сыро там капли идут. Он в ней купается. Надо ему какую-то ванночку придумать. Потому что сегодня замечательный день. Выглянуло солнышко, блещет на лугу. Я навстречу солнышку. На балкон иду. Правильно, так оно и есть. Вот. И сейчас у меня, смотрите, пылесос всегда вот здесь. То есть я утром его взяла. Вот тут у меня он намусорил. Страсть сколько. Прошлась пылесосом. Раньше, когда тут стоял вот этот стол, то мне приходилось пылесосить и стол, и пол, и все на свете. Но я... каждый день пылесосю, стараюсь пылесосить каждый день, потому что Чарли линяет очень сильно. Он линяет у меня целый год, то есть не так вот весной и осенью, нет, он линяет у меня целый год. Поэтому волосы везде. Раньше я робот включала, уходила, когда гулять, а сейчас, чтобы он не гудел, ой, сейчас чихну, пылесосю сама. А мне, знаете, нравится им ходить, пылесосить. Еще я расставила вот этот цветок туда. Я вот этот промежуток оставляю. Чарли очень любит подходить и смотреть на улицу. Поэтому оставила вот так. Да и мы сами вот так подходим. Что-то в глаз попало. В общем, сейчас пропылесошу все. У меня как муж в душе, пользуюсь моментом и все проветриваю. На улице очень хорошо. Нет, ни ветра, тепло, классно. В общем, да. Да, моя сладкая. Ты что, чучину еду, что ли, жрешь? Уже на семечки перешел? Ну, видали, он чучину еду подъедает. В общем, да. Сейчас погуляю с Чарли, пропылесосю и опять сожрал еду. И пойду в магазин. Оденусь тепло. Оденусь. Как оденусь-то? Безопасно. И пойду в магазин. Я себе список сделала, как всегда. Список у меня такой, знаете, вот. Списки пишу, вообще трындец. Все рассказывают, как маски надевать, как снимать. Походу, знаете, маски — это наша часть одежды будет на долгое время. Мне кажется, это будет... будем как в Китае. Я раньше, знаете, смеялась над китайцами, типа они все время в масках ходили. Да смеялась. Теперь сама хожу, и мне первые дни как-то, знаете, ходила, и смешно было, я под маской улыбалась. Сейчас уже привыкла. Уже наоборот, без маски вижу кого-то, думаю, в магазине. На улице, когда ничего страшного я не вижу, если человек без маски идет. Даже не то, что вот я, допустим, гуляю с Чарли, я там одна. Я вижу это абсурдом, надевать маску. Ну вот в магазине когда-нибудь кого вижу без маски, прям уже смотрю, блин, одень маску. Вдруг ты заразный. Вдруг ты заразный, сейчас чихнешь, а я из-за тебя заражусь. Да. А из-за меня еще кто-нибудь, а и вот так пойдет целая цепочка. Ой, блин, даже жарко. Смотрите, как укроп попер. А вы говорите купаться. И лук опять вырос. Ну, все растет. Пошла в магазин. Список забыл, самое главное. Пришлось вернуться. Взяла там почти целый пакет собакам еды. Буду проезжать мимо. Я не знаю, может быть, они там их уже и нету. Не знаю. Но отвезу.
потому что выбрасывать рука не поднялась. Там курица, косточки, всякая вкусняшка. На улице так тепло, хорошо. В общем, поехали. Есть там собаки, нету. Ну, я им еду оставила на всякий пожарный, потому что так не вижу. Может быть, они в поисках еды, в общем, не знаю. Поехала я в магазин. Смотрите, какая очередь стоит, чтобы просто зайти в магазин. Я в прошлый раз ходила, не было. Ну, правильно, я в 3 ходила. А сейчас время 11:12. Пипец. Марки. Так вот проходим. Очередь идет довольно быстро. Я пыталась взять тележку на улице, но мне работник сказал, что тележки нужно брать внутри. Они все продезинфицированы и чистые. Хотя я сама продезинфицировала. И все. Ну, у меня там гелем, все дела. Он говорит, нет, нужно брать внутри. Есть, конечно, люди вон без масок, без всего, без перчаток. Потенциальные разносители вируса. Я так считаю сейчас в данном случае. И смех, и грех. Целый отдел туалетной бумаги. Ой, трындец. Смотрите, сколько этого геля для рук, в общем. Как он там называется? Санитайзер какой-то. Видите, дофига. Большая бутылка, 4 евро. Что-то намечается. Угли. Вы знаете, я сразу не поняла. Убрали как-то полприлавка отсюда, полприлавка оттуда. Туда поставили. Только сейчас до меня доперло. Это чтобы люди жопами не терлись. Чтобы было больше места. И люди не приближались друг к другу. А я не пойму, говорю, лук там, картошка тут. Что за фигня? А потом до меня доперло. Ой, я не взвесила продукты, а то сейчас пойду платить и опять забуду. Представляете? Так что хожу, думаю, что за херня? Че половины нет продуктов? А их просто расставили по всему магазину. И за картошкой надо, чтобы... Ну, чтобы люди жопами не терлись. А что, хорошо, молодцы. Сейчас картошку наберу. Грязная, смотрите, у нас тоже есть грязная картошка. Мне еще сегодня надо в Меркадону заехать. Тут тоже небольшая очередь стоит. А пока стою в очереди, отвечаю на ваши комментарии, чтобы время зря не проводить. Правда, пишу в перчатках. Иногда такие слова получаются, что их хрен переправишь. В перчатках нормально печатается, но то, что пальчики вот так... Вот, ну, так что ничего, все нормально. Закупилась по полной. Мужу пишу, чтобы он там ставил барбекю, в общем, раскаляться. Вот, так что вроде бы как стоянка не полная, а почему-то народу много вот в очереди. Передо мной, наверное, человек 6. Я все обработала гелем, я пока не заразная. Вот. А еще у меня один лайфхак есть, потом вам дома покажу, что я придумала. Я такая умная, что я сама офигеваю. Откуда столько ума? Видно, что я улыбаюсь, да? А еще в Меркадоне раздают перчатки одноразовые. Неважно, что у вас есть свои, нужно надевать другие. И гелем руки обрабатывать. Вот мужчина там протестовал, говорит, у меня есть свои перчатки. Он не имеет значения, говорит. Если вы не оденете наши, вы не зайдете в магазин. Блин, а у меня уши болят от резинок. Уши болят от резинок вообще. Да-дам. В чем состоит лайфхак? Я купила в Алькампо вот такое средство.
моющие, скажем так, здесь. Ну, в общем, мыльный раствор. Обычные салфетки. И прежде чем положить в багажник продукты, я их все протираю салфетками и вот этим средством. То есть у меня все продукты, кроме вот тех, они уже чистые. Поэтому их можно без страха в дом заносить. Даже вот еще пена осталась, видите? Оно прям хорошо пенится. Хлеб, все. Муж там за. Ке, я сталиста? Ке? И купрал, ма? В общем, барбекю делаем. Вот такой лайфхак. Пользуйтесь, очень удобно. Не надо ничего, весь этот вирус нести в дом. Руки 15 раз помыты. Самые дешевые средства, можно сказать, вот тут. Но хорошо моет. Так что класс. Арбузик, гляньте, какой весь блестит. Много всего купила. Прям очень много. Что надо и что не надо. В общем, там овощи, фрукты. Тут все вот такое вот. Гуакамоле, пиво, вино. В общем, для фунчозы двух видов. В общем, у кого-то день рождения сегодня. Мармелад, кускус. В общем, да, пошли мы барбекю делать. Разбираю тут чемоданы. Кстати, очень удобно, что вот так вот помыла все, и все просто достаешь и раскладываешь. Потому что вот эту свою тележку я даже не доставала, она в машине лежала вот до подъезда. А сейчас все просто достаю и раскладываю, как раньше. Пипец, дожили. Муж там уже делает барбекю. Я сейчас быстренько стругаю салат с помидорами. Та-дам! В этот раз я нигде их не потеряла. Поэтому, да, как-то так. Здесь уже остались одни овощи и фрукты. Кабачки, баклажаны, яблоки, огурцы, мандарины. В общем, буду стругать салат. Еще купила шампиньончики вот такие. Сейчас тоже запеку их. Вкусняшка будет. Сейчас покажу всем. Otro carbón. Aquí, otra yo. Ah, sí, vale. Смотрите. Ah, porque yo creo que con ese. Ay, ahora. Dale una vuelta a la jardina. No, yo no. Yo voy a hacer en la ensalada. Ah, pues venga, venga, que esto está ya para comer. Nam, nam, nam. Pero, ¿echa más? ¿No vamos a comer un poquillo? Mientras nos comemos la jardina, echamos. No, no. Yo no quiero comer, luego esperar, luego comer. Yo quiero comer todo. Ahora no se puede echar carbón, hay que hacerlo así. Такой у нас обед. Сардинки, салатик, пивасик взяла себе. Ну, так как никуда не ездить не надо, ничего. Можно и по пивасику. Ну что, друзья, кайфую. Сегодня я с тобой кайфую. Нас опять продезинфицируют улицы. Все соседи вышли посмотреть. Пахнет хлоркой. Хлоркой, наверное. Вообще, вон там, вон соседка. Все соседи вышли. Развлечение года. Улицы обеззараживают. Ну да, хоть на какие-то мероприятия посмотреть. Я чай себе заварила. Пойду чайку попью. Вот так мы лежим, отдыхаем. Да, вот так вот. И днем, и ночью. Ты-ты-ты-ты. А я вот так отдыхаю. Я что включилась-то? Только чтобы с вами пропрощаться. До завтра. У меня на кое-что завтра напланировано. Так что оставайтесь на связи. Подписывайтесь. Ставьте ваши лайки. И спасибо вам большое за комментарии. Встретимся с вами завтра. Завтра уже среда. А потом чистый четверг. Всего самого наилучшего. Всем пока-пока. Чарли, скажи пока-пока. Моя рыба, шлачка. Как ж мама ему удобно. Да, ж мама так вот сидит. Не повернуться мне, не развернуться. Так и лежим.